Орехи микс. Что за орешки? Так, страна какие-то арабские. На арабском написано. Луком с фисташкой и кокосом. Что, мармелад? Ну да. Мармеладки. Желейки. Что такое? Ой, может мне еще это взять, но здесь дороже, чем в Зизосе. Зато здесь инвойс будет. Витамин. Хотя научила. Меня вообще просто. Финская школа — это одна школа лицемерия. Вот мне Марина сказала, что ее так сын. Ну, ее сын так сказал. Мам, я нигде не. Ну, опять. Мам, если бы не Финляндия, я бы никогда не узнала, что такое школа лицемерия. Просто они же не Россия. Видите, что говорят? Что мальчик, который учился в финской школе, сказал, что финская школа — это сплошное лицемерие. 7 или 8 классов. Там сюда поступили. Кто поступил? Потом они сюда приехали, он тут поступил. Мне кажется, его диплом не красивый. Конечно, можно было бы послушать еще, что они говорят между собой. Наши русские девчонки на выкладке товара. Какие-то новые появились. Корова. Кому такое нужно? Корова. Брелок. А нет, там все-таки написано, я люблю Финляндию. Песочные часы. Ну-ка. Пенранта. Дикий человек. Так, ну ладно, надо поторапливаться. А шампунь еще хотел же посмотреть. Где мой шампунь? Нет, что ли, здесь? Вэлла. Не вижу своего шампуня. Сухой шампунь для волос. Ну, так надо бежать. Я не вижу своего шампуня. Ты слушай. Но я не вижу, что в продаже, говорю. Вот этот евро 90, 600 миллиграмм. И сейчас мыло еще надо. Где это мыло? Поломано. Мыло-то не найти. Девушка, а где у вас мыло? Мыло хозяйственное. Бедного водителя? Ну да, типа такого вот, за евро, вот желтое оно бывает такое. Прямо до конца и налево. А, спасибо огромное. Конечно, ферри можно было бы взять. 2,95, ну ладно.
это мало, мне нравится. Парда очень хорошо выводит, кстати говоря. Побольше. Не знаю. Вот это очень хорошее, кстати, вот мыло. Да, да. Вот я сейчас возьму и такое, и такое. Вот и я тоже. Оно испанское, да. Действительно, хорошо отстирывает. Тоже еще зеленое не покупала. Так, все. Все взяли, купили. Бежали на кассу. Потому что Семен долго думал, про лосося брать или нет. Где он там? Конечно, из-за этого, что мы долго провозились, я видео здесь и не сняла. Где он там? Вон он. Это мыло. Оно недорогое. Монету. А сейчас покажу вам наш мешочек, с чем мы ездим. Вот и наши денежки. О, сейчас кассирша сам учится считать. Вот сколько всяких евроцентов. Ну ладно, на этом и закончим. Не хотите посмотреть, как она будет считать? Сколько набирает?